Первое в году появление Синара перед своими болельщиками сулило изрядную порцию хорошего настроения зрителям, пришедшим на поединок. Во-первых, потому что мини-футбол город покидал практически на месяц. Во-вторых, оппонентом в перенесенном матче третьего тура у екатеринбуржцев значилась последняя команда Суперлиги «Ухта», а следовательно, ожидание легкой победы. И первая же атака хозяев только прибавила позитива к настроению. Секундная стрелка не успела сделать оборота, екатеринбуржцы уже вели в счете. Фахрутдинов отдал на Аширова, о присутствии которого позабыли защитники, и тот в касание забил. Однако радоваться было рано, и после развеселого начала продолжение в виде голевой феерии не последовало. В безграничном контроле мяча Синара преуспела, моменты тоже сыпались на ворота Ухты в изобилии. Фахрутдинов горел желанием отличиться, и эта жажда гола порой шла во вред команде. Несколько верных шансов упустил нападающий. Увеличивать преимущество могли и представители второй четверки. Агапов с Чистополовым на пару могли стрелять по три на брата еще к середине тайма, но в данном случае надо выделить вратаря гостей. Артем Салахов тащил команду, чтобы та еще в первом тайме не выбросила белый флаг в знак капитуляции. И все-таки его усилий было недостаточно на 24-й минуте. Незамысловатый розыгрыш аута, при котором один простреливает, второй замыкает, вел в ступор оборону Ухты, и они потеряли из виду Герасимова, которому потребовалось минимум касаний, чтобы преобразовать в забитый мяч передачу Шестерова. После перерыва гости перестроили игровую модель, решив тут, пожалуй, неожиданно для всех сыграть высокий прессинг. Но ноу-хау северян оказалось большим сюрпризом для металлургов, и они просто потеряли нить игры. Мы выполняем полностью тренерскую установку. Когда он хочет, мы играем мотобороны, когда он хочет, мы выходим в активный отбор. Это все отрабатывается на тренировках, это не какая-то агония, это не просто так. Дисциплинированность гостей в сочетании с беспрекословным выполнением плана на второй тайм принесли свой результат. Новичок клуба, впервые вышедший в футболке Ухты, Азат Бикбулатов, разыграв комбинацию, которая в баскетболе называется «бэкдор», а здесь просто стенка, отыграл один мяч. 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы вновь выйти вперед с разницей в 2 мяча. На помощь пришел стандарт. О страшной силе, что кроется в ударе Шестерова, многие уже начали забывать. Как выяснилось, зря, и нападающий Синары прямым ударом положил третий в ворота Ухты. Однако гости вновь нашли в себе силы, чтобы отыграть один пропущенный и вернуть интригу поединку. Алексей Горшков ударом с левого фланга вновь до минимального сократил отставание. Был момент при счете 3-1, забивает четвертый, и все, вы перевернули свою сторону. Не надо было 3-2 вот этих героических, как сказать, выстоять героически против 5-4 и забить в пустые ворота. За 6 минут до окончания матча гости в попытках разжиться хотя бы одним баллом поменяли вратаря на 5-го полевого. Но над этим компонентом, как они сами признаются, стоит еще поработать. Сначала Бастриков поразил незащищенную рамку, а после Чистополов завершил усилия партнеров 5-м забитым мячом ворота Ухты. 5-2 – победа металлургов. Ошиблись и при счете 3-2 получили мяч. Мне совершенно ненужный, прежде чем ошибка произошла на ровном месте. Вот это, конечно, сказало ключевую роль на окончательном результате. Во втором поединке, чтобы открыть счет, хозяевам понадобилось 45 секунд. Николай Шестеров после переката мяча в центре поля решил ударить по воротам. Голкипер, судя по реакции, такого явно не ждал, пропустив первый мяч. А спустя еще 30 секунд показалось, что матч уже можно заканчивать. Дениса Аширова вывели 1-1, и нападающий удвоил преимущество хозяев. Идеальный КПД, 100% реализация ударов по воротам. А для тех, кто не силен в математике, можно было наглядно продемонстрировать, как выглядит арифметическая прогрессия. Голом завершился и третий выстрел в створ ворот Ухты. Фахрутдинов не дал мячу уйти. Эстет Аширов пяткой вывел Герасимова на ударную позицию, и тот сделал счет 3-0. Герасимов мог забить и четвертый, но за гостей штанга сыграла. Поединок все больше напоминал улицу с односторонним движением. Ухта вроде бы пыталась создавать хоть что-то, ведь днем ранее получалось. Но не то силы покинули гостей, не то недооценка соперника Синары осталась в раздевалке. Вольности в защите хозяева себе не позволяли, а в атаке до ума доводили практически каждую комбинацию. Одна из них на 15-й минуте завершилась 4-м голом ворота Ухты. Чистополов забил во втором матче подряд. У Синара еще в стартовые 25 минут моментов, чтобы сделать счет более крупным и подкорректировать разницу забитых пропущенных в таблице, было больше, чем снега на улице. Периодичность, с которой металлурги угрожали воротам Ухты, напоминала автоматную очередь. Особенно запомнился выход Фахрутдинова. На него вообще порой играли всей командой. Хотели, чтобы вся четверка наша забила, и старались Никиту вывести на удар. Он давно в чемпионате не забивал, поэтому мы старались тоже, чтобы он забил. И, ну, в то же время и на себя тоже брали игру.
Забей он в этом моменте, и приз за лучший гол чемпионата ему был гарантирован, но и тут опасность прошла стороной. В итоге к перерыву счет не изменился. Во втором тайме, особенно первой его минуте, показалось, что металлурги не думают останавливаться. Все тот же Фахрутдинов упустил пару моментов. А дальше в действиях хозяев начала мелькать самоуверенность, хотя, возможно, я путаю ее с расслабленностью. Но сути это не меняет. Ошибки стали частью игры черно-белых, и только благодаря игре Викулова в графе пропущенных продолжал ноль сохраняться. Но в середине второго тайма и он не выручил. Антон Рудых снял паука, который квартировал в левом верхнем углу Синары. Но на этот тревожный звоночек хозяева никак не отреагировали. Небольшое зарево, которое было в начале второй половины у ворот металлургов, переросло в полноценный пожар. Настолько безобразно мы начали второй тайм. Всячески пытались в раздевалке до ребят донести, что да, задел есть, да, счет позволяет где-то немножко, как говорится, импровизировать. Моменты, которым способствовали ошибки игроков Синары, появлялись уже регулярно. Тут впору было бить тревогу, и хозяевам помог случай. Точнее, Сивец, который в течение минуты дважды получал желтые карточки и после второй досрочно покинул площадку. Помимо удаления, Ухте предстояло две минуты играть втроем, и хозяева численным преимуществом воспользовались. Николай Шестеров восстановил разницу в 4 мяча. За 6,5 минут Ухта меняет вратаря на пятого полевого. Место на последнем рубеже занял Павел Гордюков. В итоге до конца матча они короткими перебежками меняли друг друга с Артемом Салаховым. Синара фактором пустых ворот соперника не воспользовалась. Ближе всех к голу был вратарь металлургов Костромин. Но и у своих владений ничего создать не позволило. 5-1 победа хозяев. Ошибки в начале встречи наших в простых ситуациях предрешили исход всей игры. И дальше мы уже пытались догонять. А Синара спокойно доигрывала матч по счету. Синара, хоть и не без труда, все-таки набирает запланированные 6 очков. Однако на местоположении в турнирной таблице это не сказывается. Подопечные Евгения Давлечина как были на 5-м месте, так и остались, лишь приблизившись к Сибиряку на расстоянии 7 баллов. Ухта последняя, и это даже удивляет, глядя на качество игры команды. Александр Кесель, специально для Ассоциации мини-футбола России.